Всех приветствую. Ну что, давайте продолжать. Вторая часть. Так, в прошлой серии я говорил, что мы сюда подойдем и посмотрим, что здесь есть. Так, сигнал. Добавлен новое место положения. Производственный терминал Виктор. Так, первое проходит. Сейчас самое время активировать крот. Древо технологии, изготовьте его. Без этого мы не доберемся. Да, мы крот изготовили. Давай посмотрим, куда нам нужно по мини-карте, да? Так, вот мы сюда. Угу. Здесь мы уже были. Но крот я сделал, хорошо. Куда нам дальше нужно? Так, ладно, ладно, погоди, что это такое? Ага, лестничка, да? Во, прикольно. Давай посмотрим. Где наша лестничка, куда ее можно использовать? Ага, во, понял, понял, прикольненько. А это у нас что? Силовой пол. Тоже давай посмотрим. Так. Если, к примеру, у тебя вот так. То есть мы сможем всю нашу базу вот так силовым, да, силовым полом расставить. Прикольненько. Не, но все-таки я так и не разобрался, что мне нужно для вот этой вот штуки. Мне нужно три ядра, три штуки. А где мне этих ядра искать? Так, сейчас, секунду. Он закрыл окошко, потому что, как обычно, садишься записывать и сразу то собаки лают, то машины, то еще что-то. Так, ага, нам сюда нужно, окей. Тогда давай пошли. Пошли смотреть. Ага, да, вот и проход нужно будет сделать. Ладно, давай посмотрим, куда нас это все приведет. Надеюсь, мы найдем ядро с вами. Надеюсь, мы найдем ядро с вами и сможем построить себе теплицу. Так, перегрев. Я так и не поблагодарил тебя за спасение из этого объекта. Большое спасибо. Так, то мне казалось, что лучше всего сосредоточиться на работе и не думать ни о чем другом. Я старался сохранить хладнокровие ради нас обоих, но раз мы почти вернулись в основной сектор, могу признаться, что мне было очень страшно. Будет здорово снова увидеть знакомые лица и тысячи огоньков. Уверен, что у этого тоже есть свои люди. Ну да, страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Блин, прикольный бур. Реально прикольный бур. Так, перегрев. А если честно, я не хочу далеко от базы отходить. Я как бы не закончил там строительство. Если честно, я там не закончил строительство, так что. Так, ровно? Нет, не ровно. Давайте ровненько сделаем. А то сейчас перфекционисты отпишутся от меня. Так, перегрев. Ну, давай. Ну, ну давай, 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 давай. Так, что это у нас тут? Песок какой-то. Ага, вот и зачем нам нужна здесь лестничка, правильно я понимаю? Понял, понял, понял.
Давайте строить лестничку. Ага, а я не могу, да? Так, погоди. Так, верни мне лестничку. Верни мне лестничку сюда. Ну, типа того. Или нет? О. Так, эти лестницы проводят электричество, так же, как и полы. Первый проходит. Ага. Ничего не понимаю. I don't understand. Здесь должна быть фабрика размером с город. Она же была прямо здесь. Точно была. Где все? Everybody's a kung fu fighting. Так, у нас здесь еще один терминал. Хорошо. Давайте, наверное... Кувшинки это те с вами соберем. Не знаю, зачем они нужны, но надеюсь, это нам пригодится. Знаете, что меня сразу уже напрягает? То, что у нас здесь два терминала, и придется, наверное, бегать туда-сюда, да, между ними. Что это такое? Окей. А мне бы не хотелось. Мне хотелось бы строить базу где-то в одном месте. Ладно, давай осмотримся. Ага. Надо будет склад себе поставить. Потому что места уже у нас очень мало. Может, здесь мы сейчас найдем эти штуки, которые нам нужны, чтобы открыть теплицу. Так, места очень мало. Вообще маловастенько. Не знаю, влезет все, либо не влезет. Если не влезет, придется бежать домой. Угу, не улазит. Печалька. Так, мы тут залутали, да? А здесь у нас... Можем куда-то заместить? Да, сможем. Да, сюда. Все, у нас появились. Где-то синтез. Нет. Ядра не хватает. Не хватает ядер. Так, security, ремонт. Угу. А ремонт у меня... Так, погоди, ремонт. Так, этот терминал пытается связаться с сотней объектов, которые, возможно, уже и не существуют. Если мы сможем его починить, то есть вероятность, что нам удастся расшифровать местоположение этих объектов. Наши люди там... Как и мы когда-то. Не буду просить восстанавливать этот сектор ради экспедиции, но прошу сделать это ради них. Чем быстрее мы приступим к целям. Стеблей плема куста. Если ты проверишь сундук рядом с Виктор, то сможешь найти достаточно первый сигнал на определенно нужное новое типа машин. Для этого Джей, хорошо. Нужен электрический пол, да? Так, ремонт, Виктор. Но для ремонта нам нужно вот эти вот штуки, видите? Заблокированные обломки. Так, сигнал расшифрован. А здесь у нас взаимодействовать. Блин, а я не могу их делать. Самое интересное, я не могу их делать, чтобы вы понимали. Так, давай грязи наделаем. Делаем грязи. Хорошо, мне нужно сейчас что-то здесь обыскать, правильно я понимаю? Где-то найти какой-то ящик, где-то что-то здесь найти. Здесь наверху ничего. Окей, ну тогда придется... Тогда придется возвращаться домой.
насколько я понял, или не придется. Мне нужна сфера, да? Так, расшифруйте сигнал, создав и разместив неопределенное количество силовых полов. А где расшифровать? У нас здесь или у нас дома? Что сигнал создав, разместив неопределенное количество силовых полов. А где их размещать? Вот тут вот или... Или у себя дома? Я таки извиняюсь. Так, присесть мы не можем, хорошо. Так, давайте еще раз на Джей. Сигнал расшифрован. Так. Так, активируй технологию ручного генератора в древе технологии, чтобы открыть обучающий материал. Генератор выбирает... Да, генератор, хорошо, давай смотреть. Так, плавильная печь, строительство, кубы, хорошо. Отличная энергия, ручной генератор, что мне для этого нужно? Мне нужно 4 ядра. Реактивный ранец, прикольно, летать сможем. Синтез. Ладно, пошлите домой. Попробуем полы сейчас поставить. У нас должны быть полы. И как раз сложим все с вами в сундуке. Так, вот мы и дома, да? Да, вот мы и дома. Отлично. Ну давай смотреть. Давай смотреть. Вот так вот, правильно, я понимаю. Или неправильно, я понимаю. Неопределенное количество. Ну, насколько неопределенное? Вот настолько. Так, расшифрован логический сигнал. Вот, отправляйтесь к радиоприемнику. Терминал для триангуляции. Так, для триангуляции взаимодействия. Так. Отличительные габариты. Добавлено место расположения. Куда тебе добавлено? Ага, вон туда. Отлично. Давай, наверное... Сканируйте фрагменты технологии, понятно. Мы сможем тебя открыть. Где ты? Вот ты. Нет, не можем. И создать мы тоже тут ничего не можем, правильно? Да. Правильно. Хорошо, тогда давайте. Как мне выбрать то, что мне нужно? Так, убрать, хорошо. Давайте смотреть, что мы можем здесь убрать с вами. Что нам не нужно. Давайте, наверное, сплавы. Сплавы, сплавы, сплавы. Хранилище, погоди, сплавы у нас, по-моему. Хранилище, хорошо. Окей. Тогда медь мы положим с вами сюда, в сундучок. Чтобы нам здесь не мешало. И давайте смотреть, что мы можем с вами еще убрать. Так, кто ты? Песок, 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 материалы, известняк. Давай уберем известняк. Давай уберем известняк. Так, гравий тоже. Все такое поубираем, чтобы у нас место с вами было. Железная руда, надо будет поместить. Ловильню. Так, ну все, вроде место есть, правильно? Правильно. Так, если буровые установки мы уберем.
Ага. Ладно, пусть будут. Так. Убираем. В плавильню сюда мы ложим. Нет, не сюда ложим. Вот эти уложим. И давайте пойдем посмотрим, что там у нас ждет по сигналу. Так, давай сюда, давай сюда. Ага, плавильня, да? Вот так вот, все. Пошли смотреть. Нужно сейчас будет, наверное, отсканировать вот это вот знание, которое нам еще недоступно. И тогда мы сможем с вами делать все эти штуки. Только как тут пройти? Так, погоди. Окей. Нужно все сканировать. Не забывать. Кажется, не забывать, не упускать ничего. Возможно, это нам потом пригодится. Так, камушки, камушки, хорошо. О, собрать. Так, нам нужно... Нам сюда нужно долбиться, правильно я понимаю? Где наша карта? Давай смотреть. Да, нам нужно сюда долбиться, в эту штуку. Ладно, поехали. Так, где наша... Где наша эта штука? Во. Поехали. Посмотрим, что нас там ждет впереди. Так, перегрев. Главное, чтобы сейчас тут не замкнуло водички. Настолько мне мэкнуло. Так будет неприятненько. Так, ну, давай. Так, надеюсь, мы с вами правильно идем. Так, могу поспорить, Виктор намеренно подает тебе сигнал. Хочется привести нас к стеблям, которые так любят. Да, если буду не успевать читать, значит я не успел, ребят, держу в курсе. Так, это что у нас такое? Это у нас чинить можно будет? А, вот эти штуки, которые нам нужны. Вот, да, чтобы активировать. Давай тогда их забираем. Отлично. Отлично, отлично. Это вот эти вот, которые нам нужны здесь в синтезе. Видите, да? Это ж оно? По-моему, оно. Нужно 8 штучек. Давай посмотрим, есть ли у нас тут 8 штучек. Где оно находится? I don't know. Блин, ладно, давай отсканируем. Так, фурта, где это фурта? Медный. Где-то мы собрали. А где мы собрали эту фурту? Ладно. Пошлите дальше смотреть. Здесь больше ничего нету. По-моему, ничего, да? А, вот еще лежит один. Так, технология появилась в древе исследования, да? Ага, не то. Наука. Здесь закрыто. Активировано. Синтез. Падла, дай мне тепличку построить. Дай мне, пожалуйста, тепличку построить. Ладно. Сейчас я сяду поудобнее. Идемте дальше. Главное тут не заблудиться. Вот с одной стороны
Прикольно то, что мы исследуем местность, а с другой стороны, я хочу... Хочу находиться на одном месте. Так, нажми М. Хорошо, нажал. Окей. Так, не уверен, что вы заметили это, но это можно увеличить карту. Немножко хорошо, мы сделаем с тобой. Это все, вот так. Но нам нужно в эту сторону. Окей, окей. Все, поехали. Shiverthorn breaks down the same way Kindlevine does, Breaker. Once we get the PT fixed up, you'll be able to plant and thresh these too. Так, как только починим оборудование, я смогу сажать и молоть его. Корица, ты хочешь меня молоть? Моли меня полностью. Keep chewing around the edges of this place. Способ, которым мы сможем войти. Если вы посмотрите на сигнал на своем хате, должно быть довольно точным, где находится вход. Ага, очень точным, да? Где вход находится. Окей. Так, хорошо. Сейчас мы к входу вернемся. Давайте посмотрим, если... Ага. Если здесь что-то интересное, что мы можем отсканировать с вами. Так, ты кто? Так, разве же остальные на всех местах, то Малар тоже будет на старом месте, да? But whatever they needed for the expedition, we found. People leave you alone when you get results. Those were good times. At some point. Да, в какой-то момент фокус резко сменился, ценности изменились. И эти воспоминания как в тумане. Я знаю, что мы должны были вернуться домой. Бывает. Кажется, бывает, но не все проходит. Так, как нам сюда к тебе попасть? Здесь есть дверка. Ага. То есть мне нужно долбиться вот прям вот в эту штуку, да? Правильно я понял? А если нет, то я такие заведяй, что я здесь разрушил. Во-ля. Правильно. Так, хорошо. Значит, где-то вот сюда. Так, дай смотреть. Ну, по-любому здесь как-то можно же пройти, правильно? Может, сюда? На крайняк кубиками застроим. Если пришельцы на нас обидятся, правильно? Ага, перегрев, понял. Ну? Во, шикарно, шикарно, шикарно. Так, ляг, мы прошли куда-то. Давай посмотрим. Давай посмотрим, правильно ли мы идем с вами. Ага, тут тупичок. Ой, наверное, сюда не надо было, да, заходить? Так, мне нужен сканер. Не, отсканировать не могу. Почему? Люйра, пусти меня, пожалуйста. Пусти меня, пожалуйста. Так. Хорошо, давай тут попробуем пройти. Ломать так ломать, правильно? Все, отлично. Тоже не туда. Вон дверь какая-то находится. Дверочка. К
как мне к тебе сюда пройти? Алло. Так, а где вход? Где находится вход? Сори, ребят, что туплю, но сами понимаете, первый раз играю и хочется... Хочется понять, что я делаю не так. Прям все осмотреть. Я уже даже забыл, где вход тут был. Ё-моё. Так. Здесь мы проломились, здесь мы пробились, да? Здесь, ага. Ну реально где-то же должен быть вход здесь. Эту штуку никогда не разломать. Не, эту штуку никак не разломать. Хорошо, если мы сюда и пройдем. А, вот оно что. Ля, нашел таки вход, да? Так, эти генераторы являются... Просто попробую сканировать оба фрагмента. Хорошо, все, мы таки с вами нашли это место. Отлично, давай сканируем. Давай будем все сканировать. О, раз. Терминал 2. Е, так, и смотрим. Генератор. Энергия, синтез. Я все равно не могу его сделать. Почему-то. Почему-то я не могу его сделать. Ладно, ладно. Дверь обесточена и заблокирована. А ты сможешь его открыть с помощью кубика нашего тессеракта? А ну. Откроемся, откройся. Ладно, не можешь, так не можешь. Что я могу сделать? Угу, и шо? И шо? И как? По-другому никак, да? Не прийти сюда? Так, расшифруйте сигнал, создав... Разместив неопределенное количество ручных генераторов. Так, буровая остановка, плавильная печь. И где эти генераторы? Where are you? Ага, а вот и выращивание, видите, теплица наша. То есть вот наша теплица, мне нужен генератор, да? Куда мне генератор надо ставить? Так, а могу ли я к этой теплице пробиться? По-моему, не могу. Ладно, давайте нажмем G и посмотрим, ручной... Генератор. Так, а теперь технологии ручных генераторов. Древние технологии, чтобы открыть обучающие материалы. Ручной генератор. А как я его открою, если у меня не хватает? Для меня не хватает ядр. Ядра. Требуется 4 ядра, 2 штуки есть. Каких ядер? Где они у меня тут находятся? Это, наверное, я зря, да, потратил на все остальное. Ага, вот у меня ручной генератор есть. Так, что мне сделать с ним? Давай, наверное, сюда его. Давай, наверное, сюда его. А, вот так вот, да? Активируйте с помощью ручного электрического вращения. Активировать вручную. Так, количество восстановлено. Во, ребят, смотри, что мы нашли. Шикарно, шикарно. А если я тебя сейчас заберу, дверка закроется? Давай посмотрим. Нет, не закроется, да? Все, но я его заберу по-любому. Так, ура, склад. Я знала, что это гигантская дверь. Хороший знак. Так, отсканируй это место на наличие основных машин, работающих от электричества. Особенно важные парники. Хорошо, давайте. Ой. А мы эти штуки можем разобрать?
Да, ребят, ля. Я сейчас тут все разберу. Я тут сейчас без записи все просто разберу. Это все мне надо, надо. Это и это мне надо, и это мне надо, все мне надо. Я хочу дома у себя устроить огромный такой склад. Что у нас здесь? Ля, какие-то штуки. Разобрать можем? Разобрать можем, не можем? Ага, вот так можем, да? Все, фиолетовые штуки позабираем. Так, режим сноса. Режим сноса, хорошо. Окей. Этим мы потом займемся. Давай отсканируем наши парники. Шикарно. Отлично. Эти штуки еще. Бум. Есть. Что здесь у нас? Хранилище ничего нету. Хранилище ничего нету. Дай сюда. Окей. Это будет долго и нудно. Так. Вот машины какие-то. Забрать. Забрать. Реально, я сейчас, наверное, закончу серию и здесь полностью все поразбираю и позабираю. Это мне точно надо. Так, задача, входящая дверь, доступ к заводу. Угу, а у меня этой штуки нету, 10 штучек нужно я... Так, посмотри в окно, первое проходит, там у нас лежит фрагмент технологии. Взрывчатка, заперти, думаю, нас бы сюда пустили, если бы мы не знали, что делать. Скорее почини эту вход на дверь, даю разрешение все взорвать. Да ты что, мы сейчас все взорвем. Так, что нам нужно? Нам нужно сделать каких-то штук. Каких штук? Давай. Ой, я упал. Я упал. Нужно будет сделать каких-то штук. Чего конкретно не хватает? Не хватает? Ага, вот таких вот. Процессорных модулей. Хорошо. Мы можем их делать, процессорные модули? Электрическая понятие, процессорные модули. Пожалуйста, можно ли сделать? Нет, не можно их сделать. Технологии у нас открыты? Нет, потому что мне ядер не хватает каких-то. Я не знаю, что за ядра. Я не знаю, что за ядра. Ладно. Давай смотреть. Все забираем, все надо. Все, все, прям максимально все надо. Я думаю, хочу себе устроить прям огромную базу, расширить ее. Давай смотреть, давай смотреть. Нужно будет как-то наделать этих штук. Чипов. И найти где-то ядра. Так, здесь много фрагментов полезных технологий, но я очень сомневаюсь, что мы идем в нужное спасение людей. Ага, как мне туда забраться? А так, а что у нас тут есть? Все надо, и это мне надо, и этот, это тоже мое. Не знаю, что это такое, но это мне все надо. Я хочу взорвать здесь все. Отдай сюда. Дай сюда, дай, и ты дай сюда. Так, дай, дай, дай. Блин, сколько здесь всего много. А по-моему, этих чипов, которые мне надо, и здесь и нету, да? А у меня уже и места здесь уже нету. Чуть осталось. Нужно будет сортировать, как это все. Как-то это все просортировать. Дай сюда лестнички. Дай сюда.
Так, и тебя тоже дай сюда. Так, отлично. Как мне сюда на второй этаж подняться? По лестничке, да? Знаете, что я не могу понять? Вот это вот у меня, видите, да, снизу, где я все колесиком кручу, вот эти вот технологии. А как их сделать так? Очистить. Ага, очистить. Во, и то есть я могу теперь спокойно добавлять то, что мне нужно, да? Мне нужен бур, мне нужен здесь кубик. Мне нужен сканер. Ага, а потом я замочек ставлю, и все, и оно потом не меняется. Вот оно что, понял, все. Красавчик, лучший арч. Так, мне нужно там будет взорвать, но это мы взорвем. Погоди, надо забрать все. Только чипы, микросхемы, ага. Вот еще стоит. Не знаю, хватит ли мне места. Да, наверное, сейчас мы сбегаем с вами домой. С вами сбегаем домой. Нужно будет там все разместить. Нужно будет все разместить. И посмотреть, где у нас находятся вот эти вот чипы. Где мы их можем делать с вами. Потому что у меня здесь их нету. Потому что реально у меня здесь их нету. Так, обеспечьте обслуживание и ремонт двери с помощью чипов. А где эти чипы находятся? Я, наверное, зря все-таки был, тогда потратил эти, как его, ядра вот эти вот. А заново переигрывать это все мне как-то не сильно хочется, так что будем думать. Будем думать. Может, здесь где-то что-то есть? Или я уже все обыскал? Давайте смотреть, где могут быть чипы у нас. Чип производства. Ага, вот усовершенствованная схема. Нужен чип. А чип у нас... Электрические компоненты, это не то. Видите, вот этой вот системе усовершенствованная схема. Так, транспортировка, реактивный ранец, ручной генератор. Где мне ядра найти, скажите, пожалуйста, где мне найти ядра? Где мне найти этот чип? Так, на БЛ. Так, растения, флора, следа, ага. Так, ядра исследований. Угу. А если мы сейчас попробуем наделать этих ядер, у нас сможем, да, их сколько, 10 штучек, и посмотреть, появятся ли у нас они, либо не появятся. Так, давай разблокируем. Давай сюда, на двоечку, на троечку. И посмотрим, появятся ли ядра, либо не появятся. Потом их заберем, если что. На корняк их заберем. Просто где эти ядра должны... И появляться ли с помощью этих ядер... ...20 ядер. Во! Оно, да? Да, ребят, парник есть. И эту штуку мы сможем с вами сделать. Отлично. Надо будет сейчас забрать это все домой. Так, энергия. Во, генератор, да? Активировано. Есть, теперь мы генераторы можем делать. Ага, отлично. Наука есть, логистика. Давай смотреть, давайте строить парник.
Давай, молотилка. Эта штука, обломки стебля. И во. Здесь мы все с вами активировали. Тогда что делаем? Тогда бежим домой. Бежим домой. И нужно будет с вами потом сюда вернуться. Так как нам нужны будут микросхемы, чипы. Так, новое задание парней. Последние семена для быстрого размножения флоры. Для работы требуется электроэнергия. Для работы требуется электроэнергия. Минус 13 этих штук, хорошо. Так, новое задание. Все, ребят, разобрался. Сейчас мы собираем эти штуки, бежим домой. Так. У вас здесь проблема. Ваше исследование просто встало негнутимно. Так, вы сможете активировать новые технологии, пока поместите достаточно ядер, чтобы выбраться отсюда. Хорошо. Окей. Мы потом взорвем это все, я вам обещаю. Мы это все взорвем. Но для начала мы давайте... Для начала с вами вернемся домой. Построим там базу. Будем все делать. Нужно будет посадить растения. А потом уже... Взорвать, потому что я реально не знаю, где эти чипы находятся. Возможно, в каких-то из этих коробок. А возможно, и нет. Так, забрать могу? Не, забрать ничего здесь не могу. Угу, вот еще сейчас штучки. Так, все. Мы идем домой. Мы идем домой. Так, что у нас тут наверху? Ага, наверху ничего нету. Идем домой. Строим там нашу базу. А потом уже возвращаемся сюда. Так, сейчас бы еще вспомнить бы, как пройти обратно. Было бы вообще шикарно. Надо будет, знаешь, что сделать? Проложить дорогу. Чтобы я не путался, нужно будет проложить дорогу в эти места из этих железных квадратов. Потому что реально... Реально нереально. Так, мне, по-моему... По-моему, прямо, да? Вот так вот. Или не? Или отсюда я пришел? Да, надо будет потом проложить сюда дорогу, чтобы я не путался между... Между этими вот переходами. Так как блуждать лишний раз мне как-то не сильно хочется. Так, расшифруйте, хорошо, Джей, мы это сигнал мы сделали, да? Надо будет расшифровать. Никого не напрягает, что слева вот эти вот подсказки висят, не? Если напрягает, могу убрать. Так, идем домой. И Арчи надо будет проложить потом дорогу сюда. Потому что реально я уже заблудился. Если честно. Честно, я уже заблудился. Ага. Ну, либо не дорогу, либо из фонариков вот, вот таких вот нужно будет. Не, ну дорога будет проще. Сейчас по дороге будем проще ориентироваться. Так, где это? О, стоять. Раскидано, ля. Так, три технологии появилось. Что-то там появилось у нас. Ага, тут еще все запрятано. Так, где наша карта? Где мы? Вроде, где мы живем? А тут метки можно ставить? Нет, тут метки нельзя ставить. И бегать здесь нельзя на shift. Если хочешь, можешь исследовать местность, то направление, но если у тебя определенно есть время, это время у нас есть. Мне главное сейчас вернуться домой, потом нафармить металла. Ля, что-то я нашел. Нафармить металла, а потом уже
Делай дорогу к нашим базам. Так, что-то у нас появилось там, да? Технологии. Терраформирование, логистика. Реактивный ранец. Надо будет потом построить. Маяк. Хорошо. In other words, even though you can handcraft anything, assemblers will make two of them in the same time it takes your portable tool to make one. And we can build 1,000 assemblers, but nobody could ever build another you. Так, с тобой так не выйдет. Блин, я заблудился. Я заблудился. Так, откуда мы шли? Алло. У меня просто топографический кретинизм. Я в картах вообще не понимаю, где я нахожусь и куда нам надо. Так, ну здесь нам нужно взорвать эту штуку, да? А где наша база основная? Так, ребят, давайте, наверное, знаете, что мы сделаем? На этом мы серию закончим. Без вас я строить не буду. Я сейчас доберусь, попробую добраться домой. Во, наконец-то. Во, сейчас доберусь домой. На нашу базу. Попробую железными кубами все построить. Так, теперь, когда у нас есть породы, вы заходите начать строить на плотах питания как можно скорее. Не забудьте построить несколько генераторов. Да, я генераторы построю. Что мне здесь для ремонта тебя нужно? Напомни. Ага, вот эти вот штуки. Стебли. Окей. Сюда мы тоже вернемся. А можем ли мы полы строить с вами на воде? Ага. Нет, не то. Вот это вот. А, можем. Во, ребят, смотри. Я с вами потом построю пол вот такой вот. И по нему мы будем с вами ходить. Правильно? Правильно. Все, шикарно. Просто шикарно. Отлично. Так, идем домой. Так, завершите следующее. Создайте генератор. Хорошо, на полу. Поместите семена. Вот эти вот семена, да, по-моему? Ага, вот нам сюда надо. Создайте что-то, создайте. Хорошо, давайте нам, наверное, пока вместе. Свет эти все уберем. Так, автоматическая сборка. Ага, это мы все уже вычеркнули, это мы все прошли хорошо. Так, домой, 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 домой. Наконец-то. Вот из-за чего я не люблю вот так вот блуждать между базами. Между басками вот это вот блуждание, можно заблудиться. Так, соберем. Я сейчас, наверное, без записи пособираю вот это вот все грибочки. Потом пособираю все металлы, которые у меня остались. Сделаю вот такой силовой пол. Везде вот так поставлю. Угу, погоди. Мне нужно эти штуки здесь разместить. Так, разместить эти штуки. Чтоб они тут никому не мешали. Вот эти вот ядра знаний. Потому что, я так понимаю, нам нужно будет этих ядер прям очень много. Ля, я что-то нашел, погоди. Кто ты? Та ты что, отправились в другое измерение, да? А с собой энергетик не забыли взять. Ну, в принципе, прикольно, да. Все могу сказать. Так, не, где наша долбилка? Вот наша долбилка. Так, отлично. Давай сюда. И тут, наверное, мы с вами ядра наши и будем устанавливать. Чтоб как раз никому не мешало, правильно? Чтобы глаза как раз не мулило и никому не мешало здесь. Так, отлично. Давай еще кубик один и кубик два. Все. Поехали. Поехали, поехали, поехали.
Поставим их вот так вот. На крайняк дальше расширим, если что. Если будет нам что-то мешать здесь. Если здесь нам что-то будет мешать, то расширим потом. Может, надеюсь, сможем расширить, правильно? Так, андай ко мне бур. Бум, да, сможем, и здесь сможем, да? Да ты шо, вообще, отлично. Так, еще нужно? Нужно тебя переместить тогда. Вот так вот, вот так вот. Ну, поставь все. Раз, два, все, шикарно. Так что все, ребят, всем спасибо за просмотр. А, у нас что-то тут переполненный склад, правильно я понимаю? Из-за того, что здесь переполненный склад. Или не? Топлива не хватает. Ага, ага. Не, ну топливо мы пока мы с вами тратить не будем. Нам нужно будет эти семена, да? Куда-то здесь потратить. Так что все, еще раз всем спасибо за просмотр. И пока по... Пока-пока, как говорится, да потом. Я здесь, наверное, расширю вот этот вот силовой пол по периметру вот так хотя бы здесь. И в этой стороне у нас будут кубы с вами, вот эти вот энергетические. А в другой стороне где-то мы будем с вами теплицы строить. Но это будет в следующей серии. Не знаю, буду ли записывать, так как я здесь полы устанавливаю. Я думаю, в принципе, оно вам не надо. Да плюс пока я буду расширять здесь себе местность. А уже увидимся, когда я буду устанавливать, наверное, теплицы. Так что все. Всем мур-мур и до потом.